Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. С вами Умм Малик. И в этом видео я подготовила для вас упражнение на закрепление выученных слов. Первый этап. Смотрим, называем, проверяем. Смотрим на картинку, называем слово на арабском языке. Далее проверяем себя. Бейт. Масджид. Баб. Китаб. Олам. Мифтах. Мактаб. سرير كرسي قميص نجم Второй этап. Смотрим, выбираем. Смотрим на картинку и выбираем правильное написание. Бейт. Масджид. Баб. Китаб. Олам. Мифтах. Мактаб. Сарир. Курсий. Комис. Неджим. Третий этап. Слушаем, выбираем. Вы прослушиваете аудио и выбираете правильный перевод. Олям. Олям. Масджид. Масджид. Бейт. Бейт. Мактаб. Мактаб. Китаб. Китаб. Курсий. Курсий. Баб.
باب، مفتاح، مفتاح، سرير، سرير، قميص، قميص، نجم، نجم. Четвертый этап. Переводим на арабский язык. Вы прослушиваете аудио, и на экране написан перевод слова. Вам необходимо перевести это слово на арабский. Для наибольшего результата советую взять тетрадь и прописать его. بيت، مسجد، باب، كتاب، قلم، مفتاح، مكتب، سرير، كرسي، قميص، نجم. После закрепления вы можете пройти тестирование на сайте. Ссылка на тест в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И поддерживайте видео лайком. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.